Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня я снимаю репортаж с очередной охот выставки Борзых. И не только. Тут видно лайк. Как раз вот можно посмотреть, чем Борзая отличается от гончей. Перед вами гончая. Это русская гончая, а вот русская Борзая. Обратите внимание, что собаки в принципе разные довольно-таки. И для разного назначения они даже принадлежат к разным группам в классификации пород. Вот, это международная, которая классификация. Врать не буду, я сейчас не вспомню, каким группам принадлежат гончие. Вот там сейчас видно у нас курцхары, да, это легавые собачки. Вот, еще там дальше гончики. Ну, пойдем посмотрим. Девочки, идем, пошли, дорогие. Вот заметно преимущество русских борзых перед, например, теми же лайками, что молчат. Уже у нас нет причин подавать голос. Вот, лайчка какая красивая. Лайчка. Черемша, не лезем к лаечкам, идем дальше. Вот, опять перед нами гончая. Ты, не буду врать, кто это. Какая-то легава. Черри, идем пободем. Идем погуляем, еще обойдем. Здесь, наверное, будут ринги. Эти ринги укорочены. Вот, не знаю пока, какой наш ринг. Это вот русская пегая гончая. Смотрите, какие огромные собаки. Они, наверное, размером почти с черемшу. Да? Выжлец и выжловка. У гончих правильно называется кобель и сука, выжлец и выжловка. Вот. Это русские гончие. Да? Вот какие собаки красивые. Да тоже, кстати, крупные. Да, вот это да. Вот это собаки крупные, мощные. Идем. Пойдем еще дальше лайк посмотрим с гончими русскими пегами. Мне раньше, когда я смотрела гончих, показалось, что русская пега гончая крупнее, чем русская гончая. Сейчас я свои слова беру обратно, что она примерно одинакового размера. Ну вот пока что у нас еще не все приехали. Ну вот, как бы мы, получается, думали, что опаздываем, а сами приперлись раньше. Вот, ну и все это, выставку можно здесь посмотреть. Это не самая многочисленная выставка, на которой я была. Но, в общем-то, атмосферу можно понять. Они сильно отличаются от РКФных шоу-выставок. Но нужно сказать, что это зоотехническое мероприятие. РКФные выставки зоотехническим мероприятием назвать нельзя, к сожалению. Ну, потому что оно, как бы, как сказать, шоу-выставка красоты, как бы это как... А здесь, получается, ведется племенная породная работа. Ну, в общем-то, на этом все. Вот. Скоро буду рассказывать подробности.